Всем привет! Вот такое недоразумение у меня расцвело. Это вот каменная роза. Вот смотрите, она когда начинает цвести, она начинает погибать, давая вот деток, вот толечко. Она цветы, конечно, я думала, я ни разу не видела, как она цветет. Вот, и я думала, как бы, что, ну, они покрасивее. То есть это еще более-менее вот смотрится. А то, когда только-только прям начала раскрываться, вообще, ну, прям какое-то недоразумение. Я знала, что у кактусов цветы не у всех, конечно, красивые, но это прям просто чудо в перьях. Ну, такая кучечка зеленых необычных цветочков. Вот что это? Хотелось бы, конечно, чтобы она красивее цвела. И из-за этого она погибнет. Вот из-за этого недоразумение. Вот такая вот кучечка цветочков непонятный. Смешные. Жалко, конечно, что само растение погибает, но при этом дает много-много деточек. Космейка у меня тут распустилась. Бархатцы немножко начали в этом уголочке распускаться. Алисиум белый. Вот. Плохо ему, тут жарко. Еще бархатцы. Тут вот траву надо повыдергивать, везде лезет, замучила. Вот. Ну, в общем говоря, вот такая вот растюха с непонятными цветочками. Все, всем пока-пока.